хочешь отдать? В общем, выгодно дочку продать. Ах, Фатима! Может, Никодим. В общем, Фатима, я решил вот так. Первого встречу его тебе отдам. Хватит сидеть на моем горбу. Ты уж много ешь, вот и я тебя люблю. Теперь уже 22. Я в твое время уже два раза сидел. Ну не важно. Я знаю. Бери его. Помнишь? Помнишь? Я мать. Вот твоя мать все время. Она привозила. Давай. Ты помнишь, мне говорил, дочь, ты можешь стать женой. Но только если тебе принесу 40 орёш. 40 орёш. Ещё пока ни один из тех, кого ты нашёл, папа не принёс 40 орёш. Да я сам не знаю, что такое 40 орёш. Вот ты знаешь, ты же много читаешь там. Интернет. Что интернет? Ну, у нас в ауле есть интернет. Это песня. Вообще-то этот аул называется Махачкала. Для меня это... Ау! Махачкала — это столица. Я буду трепу песню. Папа, папа, войны. Это все ау. Где-то там, в Москве живу. Тех, кого ты обманул. Тебя сделали. 40 орёш. Да, сейчас ко мне придёт один товарищ. Пойду подожду. Ну как товарищ? Один сидит. Нет, стой здесь. Стой здесь, я хочу, чтобы ты увидела его. Он... Папа, у меня есть кинжал. Дальше ты. А, Магарку, Магарку. За кто там стучит, ты же отпусти, ты кого-то полчаса бьёт. Артур, заходи! Артур, да? А у тебя есть на виски, чего ты стучишь какой-то? Артур, дорогой, Артур. Дорогой, православный, как сделать. Артур, дочь. Это моя дочь. О, нормально, а чё? Ну, да, как тебя зовут? Фатима! Фатима! А настоящему я взяла другое имя, Настя. Настя! Ты была на даче только что? На даче, брат! Окей, Батя, я беру её в жёны!
дорогой. Чё? Там надо сорок. Уже ты орёшь? Да, орёшь. Я не знаю, что такое там 40 орёшь. Вот у меня есть орехи. Орехи есть. Да, да, да. Чё, нормально, смотри, посчитай. Один орех, два орех. Папа, он щедрый. Он мне нравится. У тебя есть автомобиль? Нет, конечно. Привет. Подожди. Что? Где сказали? Песня про Приору. Да. Про Приору. А Приору нету быстро. Песня, расскажи, я хочу за тебя замуж. Как она чай будет, слышишь уже, да? Да, как говорит, когда мы кровью послушаем. Дальше. Я затонировал его в ноль, чтоб не видно, что там пьют алкоголь. Я сделал там музыку громко, чтобы не слышно, когда там с девушкой я, если что. Все, нет, вот девушка там у меня больше нет, все, я только тут соженю сейчас, просто вот так вот твои косовые никто. Короче, природа, это классный подруг. Давай. В общем, он мне нравится, ты за него выходишь. Вот. Я согласна. Мать! Она наша верми. Как тебя зовут? Артюр. Артюр. Помина Асер. Знаешь, в Дагестане так сложно найти свою любовь. Я знаю. Достойного человека. Я знаю. Я всю жизнь смотрю на отца. И он для меня является плохой выбор. Я не выбирала, я... Отца никто не выбирает, а ты, по-моему, выбирала. Ну что? Я хочу, чтобы ты понимал. Мы должны уехать из-за мальчика от Халы. Махачхалы? Махачхалы. Почему мы должны уехать из Махачхалы? Я хочу жить в Москве. То есть опять домой? Опять на родину? Опять вернемся в эту Москву? Да. Там, там мы его, среди своих. Там так много наших, там как-то здесь вообще редко выйдешь, никого нет. Прекрасно вообще, один такой, все говорят, о, да. Вот. Поедешь ты со мной, а? Давай свадьбу сначала сыграем. Давай ты свадьбу, эй, зипал. Наташа и Артур остались в Махачкале. Так что это хэппи-энд.